заводқа тұрғанбыз. Бұл таула мойала қызыл қанға, алан халқы бірден болып қалқанбыз. Күбеледа болған амордар қанға, теңіз ұғу өзеліге жеткенде. Алтын шашлы көк көзділі қайдасы, күбелені қылышланы жылтыратып, алаңлылы қазаватқа шығығыз. Герой Советского Союза, гвардии полковник Харун Умарович Богатырев родился в Карачае, в ауле Старая Джигута в 1907 году. Молодым юношей он уезжает учиться в Москву и в 1931 году заканчивает рафак. Потом поступает в танковое училище. А в 1938 году на вечернее отделение бронетанковой академии, где совмещает учебу с должностью командира учебно-механизированной танковой роты. Каждый год он два раза участвует в парадах на Красной площади. Во время Великой Отечественной войны Харун Богатырев 7 раз горел в танке. 5 раз был ранен. Военный корреспондент газеты «Известия» Евгений Кригер в своем отчерке «Всадник в броне», посвященном легендарному танкисту Карачаевцу, писал: «Я хотел бы, чтобы все представили, что такое атака Харуна. Глубокая, быстрая, направленная в тайники немецкого тыла. Он не верит смерти и обманывает ее на каждом шагу. В 22 местах его тела пробито осколками. Но в госпитале он лежал 5 дней во время войны. Он выбирался живым из горящих танков, выползал из-под дымящихся обломков металла и возвращался в бой. Немцы ломают головы, пытаясь раскрыть тайну советской тактики наступления. Они не в силах понять, что Красная Армия сильнее ненавистью к врагу таких людей, как Харун. За годы войны герой Советского Союза Харун Богатырев был награжден 3 орденами Боевого Красного Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и другими наградами. Мы не станем рассказывать о всем боевом пути легендарного танкиста, упомянем лишь некоторые эпизоды. После тяжелейших боев на Харьковском направлении 3-я танковая армия генерала Рыбалка, в составе которой воевал майор Богатырев, ставшая гвардейской, пополнила силы и начала подготовку к величайшему танковому сражению в истории человечества – Курской битве. Летом 1943 года силы вермахта ударами с севера на Орел и юга на Белгород должны были захватить город Курск и начать новое наступление на Москву. Гитлер начал операцию «Цитадель». Группа армии «Центр» и «Юг» под командованием генерал-фельдмаршалов фон Клюге и Манштейна сосредоточила на Орловском и Белгородском направлениях свыше 430 тысяч человек, более 3000 танков, около 7000 орудий, 3000 минометов, около 2000 самолетов. Немцы перешли в наступление 5 июля.
Силами Центрального Воронежского фронтов генералов армии Рокоссовского и Ватутина наступление было остановлено. На Белгородском участке германские войска были остановлены под Прохоровкой. На Орловском направлении путь на Курск лежал через город Кромы. Туда и была переброшена 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко. Заместитель командира 52-й гвардейской танковой бригады Харун Богатырев в составе 6-го гвардейского корпуса вел здесь тяжелейшие бои. На этом же Орловском направлении в районе Панырей в составе 13-й армии генерала Пухова сражался другой легендарный танкист Карачаевец, старший лейтенант Салтан Магомедов. Впоследствии выдающийся советский военачальник, генерал-полковник, главный военный советник в Сирии и Афганистане. 6-й гвардейский корпус 3-й танковой армии во главе с генералом Зинкевичем вел тяжелые бои в районе селений Троицкое, Становый колодец, Кутафино и других. В ходе этих сражений Харун Богатырев несколько раз горел в танке и был неоднократно ранен. Особенно тяжелое сражение ожидало корпус в районе Сосновки, начало которого Харун пропустил, находясь в Самбате. К исходу дня наши войска понесли огромные потери и отступили, так и не взяв стратегическую высоту. Богатырев срочно был переведен генералом Зинкевичем на передовую с приказом «высоту взять». Зинкевич приказал Богатыреву собрать оставшиеся силы корпуса и самому разработать план нападения. Харун спросил, как он с 12 танками и 6 самоходными орудиями за ночь одолеет врага. Если целый танковый корпус не смог это сделать, но выхода не было. Харун Богатырев выстроил танки и самоходки в одну линию, добавив к ним пехоту. Было уже темно, и все это напоминало крупномасштабное наступление. Взяв в одну руку пистолет, а в другую ракетницу, он, шагая вместе с пехотой, начал штурм высоты. Стреляя зелеными, красными и белыми ракетами, Богатырев указывал направление ударов танков, артиллерии и пехоты. Воодушевившись, наши ребята смели вражеские укрепления. Немцы, не ожидавшие подобной дерзости, решили, что русские получили новое большое подкрепление и поспешно отступили к Сосновке. Konak bayne yolu boştu dep koysa Otsalarla tav başında kuzga В августе советские войска на Курском направлении перешли в контрнаступление и освободили города Орел, Белгород и Харьков. Было разгромлено 30 немецких дивизий, что стало решающим фактором в обеспечении коренного перелома в войне и закреплении стратегической инициативы за советской армией. Гитлер считал Днепр неприступным рубежом, называя его восточным оборонительным валом Рейха. 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко получила приказ сосредоточиться в районе города Сумы и начать наступление в направлении Переяслав-Хмельницкого.
овладев этим городом, войска 6-го гвардейского танкового корпуса начали подготовку к форсированию Днепра в районе Григорьевки. Ночью 18 сентября 1943 года отряд во главе с Харуном Богатыревым форсировал Днепр и до утра удерживал позиции. На второй день переправилась 31-я танковая бригада Героя Советского Союза полковника Новохарькова и в течение всего дня удерживала плацдарм под непрекращающимся огнем противника из пушек и минометов. На третий день удалось переправить мотострелковую бригаду. Налетела вражеская авиация, которую вместе с тяжелыми бомбами сбрасывала в специальных контейнерах гранаты. Контейнеры раскрывались невысоко от земли, и гранаты разлетались в разные стороны. Спастись от них было почти невозможно. Наши потери были огромны. Но генерал Зинкевич с того берега приказал: «Держитесь! Ваш плацдарм – путь к победе!» Сам генерал был тяжело ранен и скончался по дороге в Самбат. Прибыли зенитные части и саперы, которые под ураганным огнем немецкой артиллерии и авиации за одну ночь подготовили понтонную переправу. На четвертый день перед рассветом начали переправлять танки. Несмотря на большие потери, к 3 часам дня все танки были переправлены и прочно овладели позицией. Эй, алла, ким баденер бир болса, алан түзге улы келі біз болса, қарақанлы сәрі өкле жетерле, қожанлаға чигенжіле бітерле. В своих мемуарах полковник Богатырев вспоминал: «На другой день утром меня срочно вызвали к рации. Говорит Панфилов, услышал я в наушниках. Слышал новость? Нет, говорю, не слышал. Тогда слушай. Сначала я подумал, что генерал говорит о ком-то другом. Потом уже сообразил, что это обо мне. У меня перехватило дыхание. Мне присвоили звание Героя Советского Союза. За что? – тихо спросил я. Как это за что? – громко засмеялся генерал. А ты вспомни. Днепр, переправа, плацдарм – такое не забывается. Нас собрали в городской школе, и командующий армией генерал Рыбалко от имени Президиума вручил нам медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. На банкете по случаю награждения мне предоставили слово. Вспомнив горские обычаи, свою родину, мой Кавказ, я внимательно смотрел на каждого, с кем сдружился на войне, с кем шел в бой и делил все радости и горести. Хотел сказать тост в горском стиле, но сказал совсем просто и мало: «Друзья вы мои!» Генерал Рыбалко улыбнулся и объяснил: «Ничего, что коротко, зато верно. Хорошие герои вообще плохо говорят». Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты не много.
Мой земляк, Харун Марович Богатырев, пригласил меня в Ленинград. Харун Марович рассказывал многое. В том числе он мне рассказал такой эпизод. Их воинская часть стояла под Киевом. В это время пришло письмо от его матери. Он удивился, что в обратном адресе была Киргизия. Раскрыл и читает, что она с семьей выселена. Выселены все карачаевцы, что она болеет тяжело. И боится очень, что не увидев сына Харуна, может уйти. Харун Марович выскочил с землянки, взял это письмо, хотел пойти к командующему 3-й армии, танковой армии, генералу Рыбалко, и получить отпуск, поехать, узнать, что там творится. Он взял это письмо, направился, а из штаба выходит группа военнослужащих, идет генерал Рыбалко Павел Семенович с адъютантами своими, и приказ всем бойцам командиров встать в строй. Встал в строй и Харун Марович. Генерал приехал вручать правительственные награды отличившимся во время переправы за Днепр. Очередь дошла до меня. Генерал прикрепил мне золотую звезду в груди, пожал руку, сказал: мой кавказский орел, так держать путь до Берлина. Потом я стал в строй. Но у меня в руках было письмо, невручённое матери. У меня потекли слезы. А я слышу в строю шепот: как наш майор рад за награду, даже плачет. Но они-то не знали, что я оплакивал мать. В конце октября 1943 года 3-я гвардейская танковая армия генерала Рыбалко получила из штаба фронта приказ скрытно переправиться обратно на восточный берег и начать продвижение вдоль Днепра на север. Потом войска второй раз форсировали реку и к 1 ноябрю сосредоточились в лесах. Командовать 6-м танковым корпусом был назначен генерал-лейтенант Панфилов, который 3 ноября начал наступление на Киев в районе Святошина. Киев был взят. За это 6-й гвардейский корпус получил название Киевского. Оставив город более крупному соединению, танковый корпус получил приказ идти на Фастов. Железнодорожный узел, имевший большое оперативное значение. За взятие этого города всем бригадам, участвовавшим в этой операции, в том числе 52-й гвардейской танковой бригаде Харуна Богатырева,
было присвоено звание фастовских. В ноябре 1943 года, развивая наступление, войска дошли до селения Озерцы, где танковый батальон и самоходный артиллерийский дивизион под командованием Богатырева в одном бою уничтожил 35 немецких танков. Такая удача редко бывает на войне. За взятие городов Киева, Фастова и освобождение Житомира Харун был представлен маршалом Рыбалко ко второму званию Героя Советского Союза. Но 2 ноября 1943 года карачаевский народ был репрессирован и отправлен в ссылку. Поэтому вторую звезду героя карачаец Богатырев не мог получить ни при каких обстоятельствах. Харун Богатырев вместе с бригадой, с армией Рыбалко должны были освободить в течение нескольких дней город Киев, столицу Украины. Начался штурм. В ходе первых боев командир бригады Плеска получил тяжелое ранение. Его место занял заместитель Харун Богатырев. Он был организатором тяжелейших битв, атаки за освобождение города Киева. На утро 14 декабря город Киев был освобожден от фашистов. Вскоре была поставлена задача перед армией Рыбалко, в том числе перед бригадой Харуна Богатырева, освобождение города Житомира. Город Житомир был освобожден. За личную отвагу, боевые подвиги Харуна Богатырева генерал Рыбалко представил его второй раз для присвоения звания Героя Советского Союза. Это представление не было подписано. Верховный Совет не издал указ о присвоении ему Героя Советского Союза. Это было связано обязательно, другой причины не было. К этому времени ряд народов Северного Кавказа, в том числе и карачаевцы, которым принадлежал Харун Богатырев, были репрессированы. В 1943 году, после депортации ряда народов Северного Кавказа, Сталин подписал указ о снятии с фронта представителей репрессированных народов. Однажды генерал Рыбалко вызвал полковника Харуна Богатырева и сказал ему: «Дорогой Харун, я тебя несколько раз оставил в связи с тем, что ты отличный боец, мужественный, отважный и человек хороший. Поэтому я не давал ходу для выполнения этого указа. Но на днях получил приказ, себя вызывают в Москву в распоряжение генерального штаба. Тут делать было нечего. Он там встретился с соответствующими людьми. Ему разрешили остаться, защищать родину. Но сказали, сначала надо тебе пройти курс лечения. Потому что к этому времени Харун Богатырев был 4 раза ранен. После прохождения курса лечения его снова направили на фронт. Вскоре в боях за Проскуров танк Харуна снова подбили. Генерал-лейтенант Митрофанов, который сам это видел, сообщил командарму Рыбалко о смерти Богатырева. Но легендарный полководец сказал, что не верит в смерть этого неутомимого майора, который и не из таких переделок выходил живым. Так и случилось. Харун выжил и дошел до города Тернополя, где снова был тяжело ранен и отправлен в Московский центральный военный госпиталь.
На фронт он вернулся только весной 45-го года и принял участие во взятии Берлина. Умер Богатырев в 1966 году. Похоронен в городе Карачаевске.